Приветствую, ребята. Спрашивали меня, как машина разгоняется, Василий. Сейчас, в принципе, покажу, как мы на хайвей выезжаем. Вот это разгон идет, но вписываться в хайвей надо на скорости, чтобы не было трафика. Дальше вот так спокойно едешь, 100-110. При обгоне можно 120 на хайвее. Вот видите, номера американские, разноцветные. В гости ездят к нам с Америки. А что здесь ехать? Каких-то, не знаю, час езды. Может, тут поставить. Все нормально. Установили телефон. Вот как-то так. Так спокойно едешь себе. А мы заедем в Walmart. Помеха справа. Кто знает, стоп без always это еще и помеха справа. Здесь надо аккуратнее. Так, где нам остановиться, чтобы нам машину не поцарапали жена? Все такие умные тут сейчас. Все такие умные точно здесь все стали. Ну, а мы как-то вот так пристроимся. Да? Нормально? Mm-hmm. Нормально. Ребята, сниму сигнализацию в машине. Вот там лайка. Огромная лайка в машине. О, красивая, красавец. Вот это настоящая сигнализация в автомобиле. Когда такая огромная собака. Заехали мы в хлебный магазин немецкий. Ветер, холодно на улице, 3 градуса. Хлебушек здесь очень вкусный. Это фабрика, хлебная фабрика. Сюда даже с Америки приезжают, загружают целые автобусы, везут хлебушек в Америку.